колоссальной работой, к которой мы приближали совместными усилиями. Запуск новейшего и самого современного своего завода – это лишь часть большого проекта по реинжинирингу КАМАЗа и развитию нового модельного ряда. По масштабам стройки объект сопоставим лишь с теми, которые возведены в период становления КАМАЗа. Завод каркасов кабин – это почти 70 тысяч квадратных метров помещений, где сконцентрированы лучшие мировые технические решения. Это более 100 роботов, уникальные технологии. Модельный ряд начинается с 5 базовых моделей с разной длиной и высотой шириной кабины. Общее число модификаций превышает 100. Кукейной Руша Кеделеке. Весне собой ошейну Канзанасина Рехи и Тегес. Будущее свершается сейчас. Daimler КАМАЗ Bus is a joint venture of КАМАЗ and of Daimler Trucks, both leading companies in the truck industry. And by definition, a joint venture is aimed to be a win-win situation for both founders. And so a joint venture is very much about the exchange and sharing of technology and investment. A joint venture is very much about a common purpose, about sharing know-how and resources. And the result of this sharing we can just see here today. Мы видим, что те усилия, они реализуются и дают новые рабочие места, улучшают условия труда людей. Город, республика. Мы всегда вместе с КАМАЗом вот такие крупные проекты, кабина самые современные, предприятия самые современные. В этом году новая линейка автомобилей, хотя это огромный труд коллектива КАМАЗа и его партнеров. Вот такое значимое предприятие, значимое строительство, значимый объект за последние десятилетия Вот он впервые на территории КАМАЗа. Автомобильная промышленность является генератором цифровых решений, как вы видели сегодня. Весь завод представляет из себя набор новой индустрии. Во-первых, это самые современные технологии. Здесь и технология производства, и продукт, который будет производиться на этом производстве, самый современный. Многие компании занимаются модернизацией кабин, но полноценно новую кабину в мире, в общем-то, сделал только Daimler. Такая, которая соответствует всем требованиям. Вот. И для КАМАЗа это особенно важно то, что это на много лет вперед. То есть 15-20 лет гарантировано, что мы будем выпускать продукт с этой кабиной.